Подвижной состав предприятия «Транспорт Верхневолжья» в предстоящие праздники будет работать по двум графикам. В одних муниципалитетах только выходного дня, в некоторых по стандартному. Такое решение приняло руководство компании. В частности, в Кимрской, Старицкой и Ржевской агломерациях, а также в Зубцове автобусы 31 декабря будут курсировать по стандартному расписанию, а 1 января – как в обычный выходной день. Во время остальных каникул график в этих муниципалитетах останется без изменений. А вот в Твери и Калининском районе уже начиная с 31 декабря и вплоть до 9 января общественный транспорт будет работать только по расписанию выходного дня. Так что в новогоднюю ночь у горожан вся надежда исключительно на такси.